Привет, подписчики и зрители. Вот такую еще штуку заказал. Обзоров, собственно, море. Даже могу вам сказать, у кого посмотреть можете, посмотрите у Сереги канал. Всякое разное из Китая. Посмотрите, Китай рулит. Там тоже, по-моему, если не ошибаюсь, у нас Сергей зовут его. Вот, посмотрите канал их. Там все это обзоры есть. Я, собственно, вам показываю все это, чтобы просто похвастаться. Посмотрите коробка, в каком пришла в виде. Вообще просто не сбитого уголочка, ничего просто. Ну, не знаю, я удивлен, не знаю, как так дошло. Вот так все это красиво уложено. Такая вот камера. Говорю, быстро трещу, потому что сейчас батарея сядет у меня на фотокамере. В общем, еще не тестировал, не записывал. Не пробовал, только заряжал, там лампочки что-то моргают, даже флешку еще, по-моему, втыкал в камеру. На самом деле, это уже пятая камера, которую я приобрел. Я уже только приобрел себе, у меня их перехватывать успевают просто. Здесь только всего причиндала всяческих, всяких клипс, всяких соединений. Просто даже пользоваться не успеваю, все перехватывают, забирают, деньги мне отдают, в смысле. Знакомые, друзья, я отдаю им по 5 заказов, другие уже знал, сразу уже 5 штук их заказал, наверное. И вот это уже 5-е. И 4 уже просто ушли. В общем, вот такой вот набор здесь. Все классически, все как у всех. Ну, единственное, хотел похвастаться, что вот коробка такой маршрут проделала, там сколько, 8 тысяч километров, такая целая. Ладно, всем спасибо, пока.